Ростом на площадке торгового центра серия 452, движение в сторону Красноярска, Кемерово, в общем, на запад России. Через две или три серии постарайтесь не пропустить диалог, который начался на автозаправочной станции и имел продолжение уже. Так, поехали. С Богом потихоньку. Ночь прошла, как одна минута. Сон тихий, спокойный, никто не мешал, тепло, за бортом 3,5 тепла. Сибирская. Дешевый магазин, между прочим. Покупал вчера сок, хлеб, что-то еще. Дешево. Как раз продавщицами. Много, очень много праворульных автомобилей. Чаще попадаются уже леворульные.
жилые районы не заезжал. Погода пасмурная. Будут дожди или нет, не знаю. Хотел новости послушать. Местное время 8:02. 8:00 утра в Москве, 2:00. Ночи, разница 6:00. Намерение остановиться, очень хорошее место, наш дворик, но что-то непонятка какая-то показывает 400 километров, но он должен быть рядом где-то здесь, по-моему, километрах 70 от Иркутска. Так вот подумал, все-таки дефицит памяти на жестком диске. Наверное, буду включать камеры, когда будут населенные пункты. Боковые камеры имею в виду.
78. Майк.
заезжать сюда. А, есть поворот, да. Ну, где я остановился, там остановился. В принципе, вчера можно было ехать и не только на этой стоянке остановиться, еще было время достаточно. Но мне интересно было посмотреть видео. Это ночевка на берегу Байкала. Все-таки сильное оставляет впечатление сам Байкал. Дорогу, товарищ Тавапец. Регистратор попадает и в зеркало заднего вида. Ну, тут в этом 200. Оригинальный такой, такая панорама. То, что сзади происходит, можно видеть, и то, что сбоку. Так, запас хода показывает на 540 километров. Вчера уже в конце дня заплавился.
бежала и кобель, не глядя, следом. Но природа. Догоняют фуры. Thank you.
вещалка подключилась. Радиостанции есть. Проверка связи. Живая душа какая-нибудь слышит меня или нет?
стараюсь максимально убрать все, что может отражаться в боковых стеклах. Блики появляются, это сказывается на качестве видео. Связь уверенная и мегафона, и Теле2. Мегафон 4G, Теле2 3G. Сила сигнала 100%. Дорога Р-255, Ан-6. Как сейчас называется Р-255? Раньше называлась Байкал. Thank you.
отгоняй. Температура 1,5 градуса, тепла. Понимаем, что мусор не просто так, не для украшения. Небо вроде бы проясняется. Thank you.
еще не успели с правой стороны собрать. Слева вроде бы уже вспахали. Связи, ребята, меня кто-нибудь слышит, нет? Проверка связи. Меня слышно в эфире? Нет, ребят? Или на самом деле мы выключали радиостанции? Даже переговоров их не слышно.
по-моему, солнышко начинает пробиваться, как мне кажется.
Так, поехали. Там дымит.